Мы задали конкретный вопрос архитектуре. Что, как? Вот, проекта строительства еще нет. Если будет получено задание на проектирование, уйдет год. Уйдет еще время на согласование. Мы рассматривали разные варианты. Мы согласны и на то, чтобы город арендовал где-то здание на время, да, и разместил. Но это тоже накладно. Нужно же будет не просто арендовать, необходимо будет оборудовать.